связи с послаблениями карантинных ограничений зоопарк Копенгагена, как и другие в Дании, вновь открыл свои двери. Даже некоторые его обитатели, кажется, соскучились по посетителям и вышли к ним навстречу из своих вольеров. Однако желающие вблизи увидеть экзотических животных должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 3 суток до визита. Мы подготовились, соблюдаем все меры, следуем указаниям властей. В нашем зоопарке почти ничего не изменилось. Конечно, внутренние помещения закрыты, мы бережем их как следует. Но есть еще 60 тысяч квадратных метров с фантастическими животными, которые подарят массу впечатлений. По правилам, крытые зоны должны оставаться недоступными для публики. По всем маршрутам зоопарка расставлены плакаты с просьбой соблюдать социальную дистанцию. По данным исследователей университета Джона Хопкинса, свыше 213 тысяч датчан переболели или болеют коронавирусом. Число летальных исходов от COVID-19 более 2000.